В операции по ликвидации бандформирований на Северном Кавказе сотрудник полиции Альвис Каюмов, находясь под шквальным огнем боевиков, не раздумывая, кинулся на выручку раненому товарищу, но был убит выстрелом снайпера. В память о герое с целью пропаганды спорта, в котором и вырастают настоящие мужчины, проводится ежегодный турнир по боксу. На открытии с напутственной речью к спортсменам выступили начальник УМВД России по Оренбургской области Ефрем Романов и председатель общественного совета при УМВД России по Оренбургской области Владимир Конюков. После торжественного поднятия флага под гимн России начались предварительные бои юных боксеров. К участию в турнире были допущены 50 участников, представляющих Оренбург, Бузулук, Новотроицк, Бугуруслан и Актюбинск, Республики Казахстан. Бои пройдут в 11 весовых категориях. Победители и призеры турнира награждаются памятными призами, медалями и грамотами. В течение 3 дней юноши будут бороться за победу в этом ставшем уже традиционном соревновании. Финалы соревнований в пятницу. Владимир Мазов, Никита Плотников, «Будни».